В ночь на 22 января скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Данила Перов. Ему был 51 год. По сведениям прессы, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Данила – единственный сын всенародно любимой актрисы Раисы Рязановой. Первую роль в кино, в фильме «День и вся жизнь», он сыграл в 3 года вместе со своей матерью. Данила продолжал сниматься и во время учебы в школе. Затем он окончил школу-студию МХАТ, играл в театре «Модерн», а с 1994 года, в содружестве актеров «Таганки», передает телеканал «Культура». На странице в Фейсбуке актрисы Елены Скороходовой опубликовано фото 75-летней Раисы Ивановны Рязановой с сыном и внуком, под которым люди оставляют глубокие соболезнования матери, внезапно потерявшей единственного сына.